Зайцы. Главное, что вот Сибирь хорошо не забивает. И забивает. Что они делают хорошо, это Егор Новозоров забил. Или так, упал там игрок трактора, и вот бегут вперед екатеринбуржцы и забивают, Первое звено, естественно, сделает это Брукс Мэй. Выходит вперед 2-1. Никита Михайлис. Его 12-я шайба в сезоне. Михайлис вообще самый бросающий игрок Бориса в целом. Хорошо бросал. Борису не удалось здесь поменять звено. Ой, ой-ой-ой, какой это Кузьменко! Ну это опасно. Так, мне нравится, что Кузьменко такой не понял. Деньги, ребята, бегут, я бегу не забиваю.